Империя на глиняных ногах. Наш островок ему уже не сродно. Теперь все то, что гордо благородно. И мавр его похитил некий враг. И не звенит тот голос на холмах, что о свободе пел. А ты свободна. Беги, моя душа, ты непригодна. В торгашеском гнезде, где на лотках торгуют мудростью, благоговением, а чернь идет с угрюмым озлоблением на светлое наследие веков. Мне жалко это, но, поверив чуду, искусству и культуру, я не буду ни с Богом, ни среди его врагов. И снова здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Дарки, и здесь вам не будет скучно. Сегодня речь пойдет о гениальном ирландце, о писателе, поэте, одном из известных драматургов викторианского периода и одной из ключевых фигур эстетизма и модернизма. А еще немного скандалиста, страстного гения и яркого представителя ЛГБТ-культуры 19 века. Он был автором нашумевшего романа «Портрет Дориана Грея», а вскоре один из его поклонников стал самой большой любовью его жизни. Из-за чего принца парадокса посадили за решетку? Что происходило за закрытыми дверями и тайными письмами? Об этом и не только поговорим в сегодняшнем видео. Итак, приветствует его величество Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайлд. Погнали! Оскар Уайлд родился в Дублине 16 октября 1854 года. Как и в истории с Феликсом Юсуповым, мать Уайлда ожидала девочку, но когда на свет появился мальчик, она все равно одевала его в девичью одежду. Будущая легенда литературного мира еще в юности была фигурой весьма интересной и вызывающей. В 20 лет Уайлд поступил в Оксфорд, а вскоре после окончания университета уже стал любимцем и завсегдатаем высшего лондонского общества. Уайлд не обходил стороной ни одну светскую вечеринку. Один из его современников написал: «Он был, без преувеличения, самым великолепным собеседником, которого я встречал в своей жизни. Никто не мог затмить его в любой компании. В его присутствии ни на кого больше не обращали никакого внимания». На Уайлда повлияло эстетическое направление «Искусство ради искусства» Уолтера Паттера и Джона Рёскина. Он стал центром группы молодых людей, прославляющих красоту ради самой себя. В чем-то Уайлд был близок также и к эстетическому движению прерафаэлитов. Принц парадокса всегда отрицал общественное мнение. «Браки совершаются на небесах», — говорило общество. «Разводы совершаются на небесах», — говорил Уайлд. И если в чопорной Англии на тот момент важнее всего было оставаться респектабельным и добродетельным гражданином, то Уайлд как раз-таки превозносил внешнюю красоту, говоря о ее важности. Однако именно эти парадоксы сыграли с Уайлдом злую шутку. Он влюбился в мальчишку, эгоистичного и деспотичного, и вскоре попал за решетку, но об этом немного позже. Несмотря на то, что все мы знаем Оскара как открытого представителя ЛГБТ-культуры, так было не всегда. У Оскара была жена и были дети. В 1881 году Оскар познакомился с Констанцией Ллойд, прекрасной дамой, которую воспылал искренними чувствами. Молодые люди поженились спустя 3 года, и вскоре у них родилось 2 сына, которых они назвали Сирил и Вивиан. Однако Уайлд прекрасно знает, о чем пишет, когда говорит, как его герой отправляется в какие-то грязные притоны, где лежит без сна, переодетый под вымышленным именем. Мы не будем выдвигать никаких конкретных теорий касательно той или иной ориентации известного писателя, но стоит упомянуть, что первый юноша в жизни молодого Уайлда появился еще в 1886 году. Им был молодой человек по имени Роберт Росс, которому на момент знакомства с Уайлдом было 17 лет от роду. Позднее Росс не единожды упоминал, что был первым во всех смыслах для Уайлда, но нет никаких существенных доказательств его слов. Уайлд был многогранной личностью, ему нравилось меняться и пробовать что-то новое. Его связи были многочисленны и беспорядочны. Были молодые люди из грязных притонов, которых Уайлд во время своих загадочных отлучек, длившихся бывало не одну неделю, нанимал за деньги. Были и увлеченные им университетские юнцы, начинающие поэты, покоренные его обаянием, талантом и остроумием, и обязанные ему своими первыми литературными успехами. Они ужинали с его женой и детьми, и к ужасу своих почтенных родителей не отказывали ему ни в чем. В 1890 году Оскар Уайлд выпустил свой шедевр, единственный опубликованный роман, ставший легендой литературного творчества. «Портрет Дориана Грея» — это особенное произведение. Здесь-то и можно проследить отсылку к концепции прерафаэлитов, или, если простыми словами, конфликт красоты и морали. Роман имел большой успех, но неоднозначный. О нем говорил весь Лондон. Его называли аморальным и ужасающим. Имя Оскара Уайлда буквально стало притчей во языцах и, безусловно, вдохновило других начинающих писателей. Одним из таких начинающих писателей, а точнее поэтов,
был лорд Альфред Дуглас, который стал очень ярым поклонником нашумевшего романа и его автора. Лорд Альфред Дуглас родился 22 октября 1870 года. С самого детства его окружало множество няни-слуг. Такова была цена принадлежать к старейшему шотландскому роду, берущему свое начало с Карла Великого. Леди Куинсбери прозвала своего младшего сына Альфреда за необычный повелительный нрав и за божественную красоту «Боузи», от английского «Боссей», «любящий распоряжаться». Общество не слишком-то лелеяло юного Бози. Его называли истериком. Он устраивал конфликты, порой не поддающиеся никакому разумному объяснению. Златокудрый мальчик, как его звали в Оксфорде, прекрасный снаружи и ужасный внутри, унаследовавший красоту своей кроткой покладистой матери и бешеный нрав тирана и сластолюбца отца. Бози признавался, что ему остро не хватало любви и теплого домашнего очага, в результате чего он погрузился в себя, в свою красоту, любование которой доходило до открытого проявления нарциссизма. Думаю, ни для кого не станет удивлением его особенное проникновение романом «Портрет Дориана Грея». Отчужденный, никем не понятый нарцисс, казалось бы, увидел во всемогущем, деспотичном главном герое отражение себя. Или того, кем он мог бы стать. Дориан в самом деле вылитый Дуглас. Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша и в самом деле был удивительно красив. И что-то в его лице внушало доверие. В нем чувствовались искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Фотографии сэра Альфреда Дугласа сохранились, и, надо признать, сходство между ним и героем романа поразительно. И голубые глаза, и золотистые кудри, и алый рот, и пылкость. Дуглас перечитал роман аж 11 раз и вскоре решил, что непременно должен познакомиться с его автором. Впрочем, будучи не из бедного безызвестного семейства, для юного лорда знакомство с английским гением не стало острой проблемой. Его хороший знакомый, поэт Лайонел Джонсон, был лично знаком с Оскаром. Зимой 1891 года Джонсон привозит Бози на Тайт-стрит и знакомит с Уайлдами. Бози, начинающий поэт, отлично справляется с ролью скромного, знающего свое место подмастерья, смотрит на мастера снизу вверх. Очень скоро учитель и ученик поменяются местами. В апреле этого же года Уайлд переписывается с Альфредом Дугласом, который находится в это время в Северной Африке, в качестве личного секретаря лорда Кромера. А в июле Уайлд дарит Бози портрет Дориана Грея с дарственной надписью «Альфреду Дугласу от его друга, написавшего эту книгу. Июль 91-го. Оскар». Годом позже Бози как-то гостил в доме своего несовершеннолетнего друга. Альфред испытывал недвусмысленные чувства к товарищу, но родители друга нашли письма Дугласа с довольно странным содержанием и принялись его шантажировать с целью получения денег от богатого семейства. Не зная никого из близкого окружения, кто мог бы его понять и помочь, он обращается к Уайлду и получает обещание о помощи. Связавшись с адвокатом, Уайлд выкупает через посредников письма, дает взятку шантажистам, спасая Дугласа от позора. Вскоре Уайлд снимает фермерский дом в деревушке Фелбрик под Кромером в графстве Норфолк, куда к нему на 10 дней, естественно, приезжает Бози. Интересно, зачем? Стоит упомянуть, что почти открытый роман Уайлда и Бози все принимали за крепкую дружбу. По крайней мере, его жена точно. Изначально конфликтов на этой почве не было. Констанция принимала златокудрого поэта как просто близкого друга и товарища своего мужа. Формула отношений Бози и Уайлд на протяжении нескольких лет оставалась неизменна и проходила одни и те же этапы. Этап номер один – совместное проживание в отелях, как правило, самых дорогих. На снятых квартирах или в загородных домах, за границей или в глуши английской провинции. Этап номер два – ссоры, зачинщиком которых всегда был невоздержанный на язык истерик Альфред Дуглас. Причины ссор – ревность, упреки в недостатке внимания, еще две немаловажные причины размолвок, первая из которых – постоянное требование Дугласом денег и постоянная их нехватка. Уайлд и так-то жил не по средствам, а после знакомства с Бози и вовсе выбился из бюджета. Бози любил и умел сорить деньгами, чужими особенно. Уайлд же ни в чем ему отказать не мог, в результате ссоры, разрыв и каждый раз навсегда. Этап номер три – это письма Дугласа к Уайлду с клятвенными заверениями, что он жить без него не может, угрозы покончить с собой и так далее. Этап номер четыре – примирение. Уайлд всякий раз говорит, что Бози – это уже вот невыносимый кусок. Но он каждый раз к нему возвращался, и каждый раз этот круг никогда не заканчивался. Бози беззастенчиво пользовался параличом воли влюбленного в себя друга. Январь 1893-го. «Мой единственный мальчик, сонет, который ты мне прислал, очарователен. Не чудо ли то, что твоим малым губам музыка стиха дается ничуть не хуже безумия поцелуев? Почему ты один в Лондоне и когда поедешь в Сейлсбери?
Охлади же свои длани в седых сумерках готики и приезжай сюда, когда захочешь. Здесь чудесно, вот только тебя не хватает. С неугасимой любовью, твой Оскар. Самый дорогой мой мальчик, Бози, ты не должен больше устраивать мне сцен. Они убивают меня, перечеркивают всю прелесть жизни. Не могу слышать те жуткие вещи, которые ты, поджав губы, бросаешь мне в лицо. Уж лучше пусть меня шантажируют сводники и завсегдатаи мужского борделя, чем видеть, с какой злобой, несправедливостью, даже с ненавистью ты меня обличаешь. Я должен как можно скорее увидеть тебя. Ты – божество, в тебе то благородство и красота, коих мне так не хватает. Может, мне приехать в Сейлсбери? Твой, только твой, Оскар Уайлд. Таких писем было много, и от Оскара к Бози, и от Бози к Оскару, и все бы ничего. Но один прекрасный день сие достояние попало в руки к отцу Альфреда Дугласа. В апреле 1893 года перед отъездом в Германию Бози гостит у Уайлда в отеле. В день отъезда он отдает один из своих костюмов безработному по имени Вуд и забывает в кармане костюма пачку адресованных ему писем Уайлда. Уже через несколько дней сам Вуд и еще двое таких же, как он, лиц без определенных занятий, начинают шантажировать Уайлда, предлагая вернуть письма в обмен на деньги. Сумма сделки невелика, на своего возлюбленного Уайлд тратит гораздо больше, так что компромат в скором времени возвращается в руки Оскара. Вот только одна копия письма, где говорится про алые губы и безумие поцелуев, становится достоянием маркиза Куинсбери, у которого с беспутным младшим сыном и так постоянные конфликты. С апреля 1893 года на сцене нашей трагикомедии появляется главное действующее лицо – девятый маркиз Куинсбери, посадивший в итоге литературного гения за решетку. Покой и свобода длятся недолго, до октября. С согласия Констанс, Уэлд снимает отдельную квартиру, якобы чтобы дети и строгий домашний распорядок не мешали ему писать. В действительности же в очередной раз приглашает своего Бози. Впрочем, юный лорд не слишком благодарен. Некоторое время спустя Оскар застал любовника, явившимся на свою квартиру с двумя другими партнерами. Тогда Уайлд решает уехать из страны и отправляется в Париж, не сказав даже жене, куда едет. 8 ноября он пишет письмо леди Куинсбери, матери Альфреда, советует ей отправить сына на несколько месяцев в Египет к лорду Кромеру. В письме есть такие строки. «Здоровье Бози внушает мне опасения. Он дурно спит, нервничает, пребывает в постоянной истерике. По-моему, он очень изменился. Он ничего не делает. Его жизнь представляется мне бесцельной, несчастливой и абсурдной». В действительности совет Уайлда вызван не столь тревогой за бесцельное существование друга, сколько страхом назревающего скандала. Выяснилось, что недавно к Дугласу и Уайлду приезжал 16-летний сын почетного полковника Дэнни. И полковник заявил, что дело так не оставит. Однако, не желая огласки, оставил. Бози же в очередной раз, помирившись с Уайлдом, отбывает в Египет. А из Египта шлет письма матери. В истерическом запале пишет, что расставаться с Оскаром не намерен. Главное же, не считает нужным скрывать свои чувства. «Он мне ужасно близок, а я ему. Ради него я готов на все. И если ему суждено умереть раньше меня, жить мне будет больше незачем. Нет человека, который полюбил бы другого так же горячо, так же преданно, так же бескорыстно и самозабвенно, как Оскар любит меня». 1 апреля 1894 года Оскар и Бози застает в кафе «Роял» маркиз Куинсбери. Кажется, на этот раз скандала не миновать. Но Оскар проявляет остроумие и шармирует его, как умеет только он. Куинсбери сменяет гнев на милость. Более того, говорит сыну. «Неудивительно, что ты так его любишь. Он замечательный человек». Впрочем, в тот же вечер милость и гнев вновь меняются местами, и маркиз пишет сыну письмо, полное угроз. «Теперь мне очевидно, что ты впредь намерен ничего не делать. Что ж до твоих отношений с Уайлдом, то либо эти отношения прекратятся, либо я от тебя отрекусь и перестану давать тебе деньги. Я не собираюсь сдаваться в интимную сторону вашей связи и в суд подавать не стану. Но с моей точки зрения, делать вид, будто между вами близкие отношения, ничуть не лучше, чем состоять в них. Из достоверных источников, хотя, может, это и не соответствует действительности, мне стало известно, что его жена подает на развод ввиду его мужеложества и прочих преступлений». Он угрожает пристрелить Уайлда. И зная Куинсбери, это не пустые слова. «Этих английских христосиков, трусов, которые называют себя мужчинами, пора, наконец, привести в чувство». В запале заканчивает свое гневное послание дикий английский барин. Соображение маркиза о том, что делать вид, будто между вами близкие отношения, ничуть не лучше, чем состоять в них, не фигура речи, а важный тактический ход. Впрочем, на послание разгневанного отца сынишка отвечает вполне лапидарно. «Какой же вы нелепый человек, Альфред Дуглас». Телеграмму сына, понятное дело, Куинсбери без ответа не оставил.
Грязный щенок, если ты впредь будешь ссылать мне подобные послания и дерзить, я тебя высеку, так и знай. Единственное, что тебя извиняет, так это только то, что ты сумасшедший. Еще раз застану тебя с этим человеком, устрою такой скандал, который тебе и не снился. Впрочем, в 1894 году Альфред Дуглас посылает отцу оскорбительное и полное угроз письмо, которое только лишний раз доказывает, насколько много общего между отцом и сыном. «Коль скоро вы возвращаете мне мои письма нераспечатанными, я вынужден писать на открытке. Пишу сообщить вам, что воспринимаю вашу нелепую угрозу с полнейшим безразличием. Я появлялся с ним во многих публичных местах, в таких ресторанах, как Беркли, кафе Роял и прочих, и буду и впредь бывать в этих заведениях, когда и с кем сочту нужным. Я достиг совершеннолетия и сам себе хозяин. Вы отреклись от меня не меньше 10 раз и самым бессовестным образом лишили меня средств к существованию. А потому у вас нет никакого права ни морального, ни юридического указывать мне, как жить. Если Оскар Уайлд сочтет возможным подать на вас в суд за клевету, вам дадут 7 лет каторжных работ. Так бы отвратительны вы мне не были, мне бы не хотелось доводить дело до суда, ведь от этого пострадает честь нашей семьи. Но если вы и впредь будете подвергать меня нападкам, я буду защищаться с заряженным револьвером в руке, с которым не расстаюсь ни днем, ни ночью. И если я застрелю вас, или это сделает он, нас, вне всяких сомнений, оправдают, ибо мы будем действовать, защищаясь от жестокого и опасного негодяя. И думаю, когда вы окажетесь на том свете, оплакивать вас будут немногие». Ну, как говорится, яблоко от яблони. Однажды Куинсбери заезжает в клуб Элбелмарл и передает швейцарцу Ли Уайлда, члена клуба, которым он значится, визитную карточку с недвусмысленной запиской. «Оскар Уайлду, строящему из себя садомита». Это не моя опечатка. Маркиз, по всей вероятности, пребывал в таком бешенстве, что слово «садомит» написал с ошибкой. Ну или, может, он не знал, как оно пишется. Впрочем, в открытую назвать гениального писателя садомитом маркиз так и не решается. Он использует глагол «posing», то есть «строить из себя», «выдавать себя за кого-то». Далее Уайлд пишет своим друзьям известие. «Отец Бози оставил в моем клубе свою визитку, написав на ней отвратительные слова. Мне ничего не остается, как подать на него в суд. Похоже на то, что этот человек загубил мою жизнь. Гнусная тварь посягнула на башню из слоновой кости». 1 марта писатель, вопреки советам друзей не давать делу ход, обвиняет Куинсбери в клевете и добивается ордера на его арест. Выяснилось, однако, что Куинсбери великолепно подготовился к процессу. Он нанял целую команду детективов и нашел всех тех мальчишек, с которыми Уайлд встречался по понятным причинам. Когда стало ясно, что эти юноши в любой момент могут дать показания в суде, Уайлд отказался от дальнейшего ведения дел, и маркиз был полностью оправдан. В ходе второго судебного заседания, одного из самых громких в английской истории, Уайлд был полон самообладания и выступал, как всегда, остроумно. Но этого оказалось недостаточно. Во время процесса он выступил со своей знаменитой речью «Любовь, что не смеет назвать своего имени». Это строка из одного из стихотворений Альфреда Дугласа. Его речь была такой живой и трогательной, что его оглушили аплодисментами. Дело было перенесено до третьего процесса. Третий процесс, однако, закончился не в пользу Оскара Уайлда. Он был признан виновным в совершении непристойных действий и приговорен к 2 годам тяжких исправительных работ. После вынесения приговора судья обращается к осужденным с короткой речью, где в частности говорится: «Обращаться к вам не имеет никакого смысла. Людям, способным на подобное, чувствоваться до неведома и рассчитывать, что мои слова возымеют на вас действие, было бы, по крайней мере, наивно. Более постыдного дела мне вести не приходилось. Не приходится сомневаться и в том, что вы, Уайлд, явились средоточием того круга, в котором молодые люди подвергались самому непотребному моральному разложению». Условия тюремного заключения в Англии в те времена были крайне тяжелыми. Ужасы тюрьмы сказались на психическом здоровье Уайлда. В тюрьме писатель отрекся от бывшего возлюбленного, обвинив его в том, что именно он повинен в случившемся. Когда Уайлд сидел в тюрьме, Дуглас, однако, не написал ему ни единого письма. Позже стало ясно, что письма могли быть прочитаны начальником тюрьмы, который, конечно же, передал бы их соответствующей инстанции. И это только могло навредить Уайлду. Но это не точно. После выхода на свободу в мае 1897 года разбитый морально и физически Уайлд не стал возвращаться в Англию. Он писал Дугласу письма с требованием возместить моральный ущерб, приводя в бешенство Бози контрастом отношений. Ведь ранее Оскар писал ему письма полные любви и красоты. Избалованный вниманием Дуглас стал питать к Уайлду отвращение. Он вновь обратился к Оскару со словами: «Когда ты не на пьедестале, ты никому не интересен», который однажды писал ему в письме от 16 октября 1894 года, в период, когда Уайлд был болен. Эти отношения, полные обид, ревности, страсти, лжи и контраста, закончились весьма плачевно. Оскар Уайлд скончался в изгнании 30 ноября 1900 года от энцефалитного менингита, вызванного острой ушной инфекцией. На смерть Оскара Уайлда Альфред откликнулся несколькими сонетами. В 1940 году Бози напишет книгу, которую назовет
Оскар Уайлд. Подведение итогов. Эта книга станет самой личной для Бози, в которой он, уже без стеснения, называет Оскара самой большой любовью его жизни. Уже пожилой Дуглас с теплом вспоминает каждый день, проведенный вместе с Уайлдом. Появление этой книги отражает духовное состояние Бози, одинокого человека, чья участь жить лишь воспоминаниями прошлого. Ему не удалось завоевать ту народную любовь, которую получил Оскар. Он навсегда остался в его тени, как бы ни пытался из нее вылезти. Даже годы спустя его знают не как писателя и поэта. По сей день лорда Альфреда Дугласа знают лишь как самого известного любовника величайшего Оскара Уайлда. Ибо когда вы не на пьедестале, вы совершенно неинтересны. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, было информативно. Подписывайтесь на мой канал, прибегайте в мой инстаграм. Там я всегда пишу что-нибудь интересное, обсуждаю идеи для новых роликов, выслушиваю ваше мнение. В общем, стараюсь делать нетривиальный контент. Буду ждать. А тех, кто не придет, ну, по крайней мере, увидимся в следующем ролике. Совсем скоро. До новых встреч!